Собирать молодых и талантливых приходится буквально по крупицам. Журфак не спасает. С дипломом журналиста выпускники теперь чаще идут в пресс-службы, чем на телевидение. Но спасибо, например, факультету иностранных языков в САФУ. Глаза подниму, и человек говорит там: здравствуйте. Добрый вечер, в эфире «Автограф дня». И я так. Наша новая ведущая и корреспондент в службе новостей Анна Рязанова окончила ИНЯС в этом году с красным дипломом. 4 года старательно изучала английский и немецкий, а теперь оттачивает русский. После закрытия... После церемонии открытия в Добролюбовке... Но только рано ее выдавать еще, Аню-то, ну, в смысле... Кто она такая? Ей надо обуркаться в эфире, там все это привет, раз там не знаю сколько-то появится. А это еще одна начинающая телезвезда. Выпускник исторического факультета САФУ 2015 года Михаил Меньшенин. Готовился стать учителем истории. На отлично защитил диплом о движении сопротивления в Германии во время Второй мировой войны. Послужил военным связистом, а теперь преодолевает сопротивление своего речевого аппарата. Учится правильно дышать и говорить. То, как это делается в обычной жизни, на телевидении не годится. Медленно, амплитудно. Саня. Это похоже на кое-что неприличное. И длинный продолжительный выдох, как можно дальше, чтобы живот к спине прилипал. Еще. Вот до конца, беззвучно до конца. И через нос вдох. На диафрагму, хорошо, молодец. Российская и мировая практика ТВ показывает, чтобы стать телевизионным журналистом, профильный вуз не обязателен. Главное – любить телевидение и своего зрителя. А мастерство – дело наживное. Светлана Дейнека, Архангельское телевидение.